В Доме культуры «Молодежный» почти в домашней обстановке поздравили ветеранов Великой Победы с наступающим праздником. Это очень большой синий праздник Победы, который, не знаю, вот у меня два деда, они погибли, да, их тоже нету. Поэтому попраздновать у меня не получается их. Поэтому я просто хочу отдать дань уважения вам. Пожелать вам всего самого хорошего. И чтобы вы, вот сегодняшний день, мы хотя бы немножко, да, решили устроить вам какой-то маленький праздник. Ветераны получили подарки, а школьники смастерили для каждого своими руками голубков мира. Добрые песни военных лет, стихотворения звучали для ветеранов. С музыкальным поздравлением пришли казачата из средней школы номер 6. Уважение и внимание к ветеранам – это долг не только перед праздником Победы. Это наш долг каждый день.